Предварительные итоги выборов губернатора Орловской области озвучили в понедельник на аппаратном совещании. В день голосования явка избирателей по Орловской области составила на досрочных выборах губернатора Орловской области 57,77% из 631 568 избирателей приняли участие в выборах 364 850 избирателей. На дополнительных выборах депутата Орловского областного совета народных депутатов по одномандатному округу номер 20 77,62% из 26 721 избирателя приняли участие в выборах 20 741 избирателей. Окончательные итоги назовут во вторник, но уже известно, что к утру понедельника облизбирком обработал 100% бюллетеней. Временно исполняющий обязанности главы региона поблагодарил всех участвующих в едином дне голосования. Мы сегодня в Центральном федеральном округе получили наибольший результат по явке. Это именно показатель отношения людей к организации процесса голосования. Поэтому вам за это отдельное спасибо. Я думаю, что все мы в рамках своих компетенций увидели ту активность, которая была со стороны жителей. Напомним, накануне каждый второй житель региона пришел на избирательный участок и отдал свой голос за одного из пяти кандидатов. Сразу хочу поблагодарить за то, что мы достигли главного итога. Выборы прошли спокойно, без заявлений о нарушениях, без обращений. На все обращения, которые даже поступали в средствах массовой информации, была оперативная реакция. И в целом, подводя итог этого процесса, который у нас длился в области более 3 месяцев, могу сказать, что на очень высоком уровне. И сегодня мы видим оценки со стороны официальных органов федеральных. Все оценивают как высокоорганизованный, качественный процесс. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».